gives them a satisfaction they couldn't get any other way. Всем привет! Время 4 часа утра, и мы начинаем поездку в Питер. И я даже сейчас не бодрый, потому что я перед камерой тут выпрыгиваю, улыбаюсь и тому подобное. У меня рюкзак, потому что мы едем только с ручной кладью. И сейчас мы отправляемся в аэропорт Внуково. Короче, в аэропорту прошли все регистрации, прошли все досмотры, уже сидим в зоне вылета. До вылета остался 1:15. А летим авиакомпания Азимут, еще ни разу не летал. И, кстати, это будет мой, наверное, 8-й вылет вообще полет в жизни. И 5-й из Внуково аэропорта. Не отпускает меня Внуково аэропорт. Вот, и причем летим на сухом суперджете, потому что у Азимут только сухие суперджеты. И немножко, знаете, страшно. Я хоть не боюсь летать, но волнительно очень. Вот, и после всех событий, которые были в Шереметьево, 5 мая, как раз сегодня 29 мая, то есть еще даже месяц не прошел. Немножко страшно, но даже не страшно, а волнительно, скорее всего, меня достало это. Это звук путешествий, ребята. Путешествия начинаются. И, кстати, сейчас из аэропорта Внуково мы летим в Псков, где будем до вечера. Вечером нас уже ждет электричка до Санкт-Петербурга. Поэтому за сегодняшний день мы объездим аж 3 города. Наконец-то прибыли в Псков. Вот только что вышли из аэропорта. Чтобы вы понимали, в Москве температура сейчас плюс 30, в Пскове плюс 18, плюс еще дождь. Стюардесса сказала нам, что погода будет замечательная, но при этом здесь дождь. Сейчас мы пытаемся найти транспорт до центра города. Никто из нас не знает о комары. Никто из нас не знает о Пскове ничего. Мы здесь просто пересадкой, вот, несколько часов. Часов 7-6. Пришли сейчас к какой-то крепости, типа монастыря крепости. Я знаю, что это одна из самых главных достопримечательностей Пскова. Типа здесь всякие катакомбы, всякая фигня, вот эта вот вся священная. И, ну, я не знаю, как это называется. Уж извините меня, пожалуйста, но мы сейчас попробуем войти туда вовнутрь и посмотрим, что там внутри. А тут, на удивление, даже не так уж и плохо. Мне там все кто-то пишет. Кстати, я думал, будет хуже, а здесь даже очень красиво, симпатично, так вот все по-старому. И даже есть вот эта вот церквушка, где она вот, да. Ну и ветрище, конечно, песос как дует. Знаете, как мы забрались, короче, на стену Кремля этого псковского? Я узнал название. И какой вид отсюда открывается просто. Я сейчас боюсь потерять телефон. Вот, а мы сейчас вот здесь. На высоте, в общем-то, на самой стене. Прогулка по Питеру продолжается. Мы вышли из той крепости. Кириллу вообще не понравилось. Псков. Псков не понравился? Ты говоришь по Питеру. Ой, я сказал по Питеру? Да. Оговорочка по Фрейду. Вот, Кириллу крепость не понравилась. Псковская. Замечательная просто крепость. Мне безумно... 16 веков. Мне безумно понравилось, а он все хотел, типа, давайте домой пойдем, давайте уйдем. Я говорю, куда? Мы же только пришли. Сейчас моросит дождик, и мы идем вон в тот торговый центр, который называется Акваполис. Показывают Питер, и вот мы скоро туда уже отправимся. Вот так вот заканчивается наш день в Пскове. Наша поездка из Пскова, точнее. Мы подошли к реке. Точное название я ее не знаю, потому что я про Псков ничего не читал. А вон там мы только что были.
Так закончился наш первый и единственный день в Пскове. Далее мы отправились на вокзал, где я увидел то, что меня немножечко удивило, а именно это ласточка, которая была прикреплена к тепловозу. В Москве такого не увидишь.